Здравия, други. У меня тут обнова, хочу похвастаться. Приехали полноразмерные крылья на ФЭТ. Сейчас поближе покажу. Сначала предыстория небольшая. Заказывал на Алиэкспресс, ссылка само собой будет в описании. Вот. Мне давным-давно еще наш подписчик, наш давний товарищ, скидывал ссылку на российский интернет-магазин, в котором продаются такие же полноразмерные крылья, короче. Ну, я тут вспомнил, пришло время, грязь, то другое, сейчас уже как раз кончилось. Но когда я вспомнил, была еще грязь. Вот, вспомнил, что хотел же себе крылья прикупить. Полез по этой ссылке. Короче говоря, российский, московский какой-то интернет-магазин, ссылку на них давать не буду, потому что там такая история вышла. Во-первых, заказал, вроде заказ оформил. Через какое-то время мне ответили, типа, да, крылья есть в наличии, все хорошо. Как будете оплачивать? Я им пишу, типа, ну, мне как удобнее, там, электронный счет, там, или как. Мне прислали, короче, в Excel какой-то счет. Я им пишу, а что с этим делать-то? Ну, там, БИК, там, ШМИК, там, эти какие-то там циферки, куда что вводить. Короче, по итогу получилось, крылья стоили 2,5, плюс 850 рублей доставка. Ну, как бы я смирился, вроде, решил, хрен с ним закажу. А тут такая история. И поэтому полез на Алишечку. Алиэкспресс нашел за 2300, знать-то. Вот. Заказал, через 4 дня получил. Тут как бы каждый для себя сам решает, какого производства. Скорее всего, что в московском магазине тоже китайские крылья. Только доставка через ЕМС Почта России 850 рублей до Кургана. И ценник на 200 рублей дороже. Ну, в общем, это все лирика. Сейчас крылья покажу. Так, из особенностей нужно сказать, что дуги гнуты. Вот я на переднее колесо поставил, спицы гнуты, уже под тормоза сделан выгиб. Переднее крыло, по идее, переднее крыло крепится вот здесь, должно быть отверстие вилки, и через это отверстие все крепления, все крепежи в комплекте с крыльями есть. У меня здесь отверстия нету, поэтому я здесь сделал хендмейд, безжалостный, беспощадный. С этой стороны тут тоже, по-моему, по фотографиям снаружи должна быть спица, я ее внутрь поставил, никаких сложностей. Про хендмейд, значит, не увидеть так. О, видно. Здесь у меня стояло пластиковое крыло китайское. Мы с братом засадили пробку, просто там отверстие есть в трубка. Мы туда захерачили пробку и к пробке прикрутили на шуруп крыло. Так и это поставил. Вот заднее крыло. Переходим, перемещаемся плавно так к заднему крылу. На заднем крыле вот здесь хорошо видно, сделаны пазы. Вот. Я, короче говоря, когда это все прикинул, пришел он, я думал, что придется укорачивать заднее крыло, что далеко будет, в лифт затаскивать будет хреново. Вот. В итоге сдвинул, короче говоря, по пазам в самый низ, до самого конца крепится. Внизу крепится, вот здесь за вилку, за заднюю крепится, и точно так же спицы. Вот. Думал, что придется пилить немножко. Оказалось, что ничего пилить не надо, все хорошо. Единственное, сейчас вот в лифт залазил сегодня. В принципе, пару бы сантиметров, конечно, пильнуть. Потому что, видите, краешком по полу проехал, ободрал краску. Вот так вот теперь мой бульдозер выглядит на крыльях.
Сейчас его для того, чтобы соответствовал велосипед крыльям, я его помыл. И вообще красота. Вот такие пироги. Летаю на крыльях теперь. Никакие грязи мне не страшны. К сожалению, все высохло. Погода сегодня распогодилась. Погоды прекрасны, грязи нет, проверить. Когда летал без крыльев, с переднего колеса камушки залетали прямо в нос и в рот. И в лицо все это летело. А теперь, как кум королю, гоняю на крыльях. Вот такая история. Ссылка на продавца. Кстати, еще там продавец китаец какой-то попался, где-то гиперактивный, гиперобщительный. Он мне в пятницу присылает сообщение. Dear friend, дорогой друг, я ухожу на выходные, поэтому если у тебя будут какие-то проблемы, ты мне пиши, не бойся. Я в понедельник обязательно тебе отвечу. Первый раз у меня такой опыт общения с китайцами. Вот. Короче говоря, магазин шикарный. Отправляют из России, в Екатеринбурге склад. В комментариях читал, что в другие регионы тоже очень быстро доставляют. Почта России. Почта России работает по-разному. Вот. Мне приехала за 4 дня посылка. Поэтому ссылочка будет в описании. Если вдруг у кого-то фэт, кто-то все еще ловит камушки в лицо, то по ссылке и все будет ништяк. На этом все. Всем спасибо. Поедем кататься.